На уровне главы государства в 2023 году проработано 22 визита, организовано 2 государственных и 3 официальных визита в Венгрию, Россию, Китай, Монголию и Японию. В том числе 17 рабочих визитов в Турцию. Это Россия, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, Венгрия, Таджикистан, Соединенные Штаты, ФРГ, Узбекистан, Франция, Белоруссия, Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты. 2 мероприятия в режиме ВКС с участием президента проведены. Это заседание глав государств-членов ШОС и видеообращение к участникам второго саммита «Голос глобального юга». Это проходило в Индии.